прощался с парой вместе со своим другом Саней из универа. Мы возвращались на Васильевский остров, потому что мы оба живем на Васильевском острове. Я уже хотел прощаться с Александром, но внезапно я увидел его хитрую ухмылку. Он улыбнулся и сказал мне: а может быть попробуем фалафель, которым торгуют вот тут недалеко? Я сказал: ну давай. Мы зашли в этот фалафель. По пути мы увидели пивнуху, и на обратном пути мы, блядь, естественно, зашли в эту пивнуху. Пивнухи мы взяли по 2, по 0,5 пива. Орешков и еще какой-то такой фигни. После чего я предложил Александру: а давай пойдем ко мне домой. У меня дома мы с Александром выпили пиво, поели орешков, я повеселел и предложил: Александр, ты знаешь, мы тут с пацанами, которые, кстати, будут выступать следующими, группа «Гнойное выделение сигареты», мы с ними потеряли 2 пакета травы, вернее, нам их предоставили, они зарыты где-то на Васильевском острове. Я сразу по Александру понял, что он шаман, по его ухмылке, по его Сергеевухе, что он точно знает, где находить наркотики. И мы вышли в сторону улицы Наличной. На улице Наличной мы, как 2 интеллигента, распившие по 0,5 пива, конечно же, первым делом отлили на помойке. После чего я подвел Александра к месту, где была закопана трава. Александр подошел и очень быстро снял этот клад. Я удивился и повел Александра ко второму месту. На втором месте ситуация повторилась. Александр проводился пару секунд и после этого снял клад. Я говорю: ну ты, Саня, шаман. После этого мы отправились к Александру домой. У Александра дома оказалась такая ситуация. Я открываю первый пакет. Там, как и полагается, охуенная трава. Я открываю второй пакет. И там оказывается какой-то порошок неизвестного происхождения. И мы его въебали! Мы подставили его под веки! И теперь мы героиновые наркоманы! Больные сильные, самые гомосексуальные!